Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимат. И что-то я не в духе злой сегодня немного, потому что каким-то случайным, можно так сказать, случайным способом у себя в телефоне тариф сменил на дорогой. И 500 рублей каждый месяц. Блин, нахрена я это сделал? Я с той сим-картой даже в интернет не захожу. Нафига это? Мне это все нужно. В общем, неважно. И мы продолжаем смотреть на моды на игру GDC-сета, которые присылают подписчики или просто гости канала. Напоминаю, если вы также делаете моды, то присылайте мне ВКонтакте, там в группу обсуждения пишите, либо просто в личку мне пишите, ну или в комментариях можете скидывать, куда угодно. В общем, этот мод прислал нам Рустам Велюлаев, мой самый преданный подписчик, которого я, правда, немножко раскритиковал в третьей серии по прохождению GDC-сета консольной версии. Еще раз прости меня за это, немного недооценил тебя. Называется этот мод GDC-сета Ultimate Mix последней версии. Ну, это хорошо, что последняя версия, наверное. И здесь кораблик, который врезается хрен знает куда. И здесь разрез появляется даже. Кнопочки идут, да, капец, что выглядит. Вот это анимация, блин. Тут все анимации соседа, судя по всему, отображаются. Ну, почти все. Что у нас тут? А, начало серии. Май, июнь, июль. Месяц дня рождения автора. Окей. Посмотрим, что тут у нас такое интересное. Первые шаги, ну... Описание не изменилось, разве что он из-за такого шрифта она выходит за пределы, за рамки. Какие здоровые персонажи. Да, уровень изменился. Обучающий, только вот какой-то, что-то вот эта вот подложка сильно огромная, я ничего не вижу. А музыка из второй части, ну выглядит неплохо, кроме ванной комнаты, которая здесь, видно, что тут... коряво немного сделано. Остальные комнаты нормально. Вот здесь, правда, двери две. Здесь кривая дверь, но в нее зайти, к сожалению, нельзя. Че, куда же она ведет, интересно? Я не знаю. В шкаф спрятаться нельзя? Нет, нельзя. Сюда войти нельзя, на нее даже нельзя посмотреть, на дверь. На эту тоже. Тут краска лежит. Да, за рамки тоже выходит. Так, дальше больше, ну давайте посмотрим. Я что-то смотрю, описание тут не поменялись. А, этот уровень не изменился вообще. Нифига, как двигается иконка-то. Я так понимаю, уровень не изменился совершенно. Давайте дальше посмотрим. Этот. Да, ничего не изменилось здесь. Ладно, давайте тогда начнем с первого уровня. Посмотрим, что тут интересненького. Ссылочка на мод, как всегда, будет в описании. Ого, нифига себе. Новая локация почти, да? Измененный дом соседа. О, он сосед из второй части даже, нифига. Ну-ка, как он через дверь ходит? Ну, анимация, конечно, дерьмо, но... Как по-другому-то? По-другому было нельзя. Да, он кресло куда-то исчезло. Так, тут три пакости, у нас два предмета для пакости пока. Где еще можно искать предмет для пакости? А, ну телевизионную антенну, видимо, можно.
Ну да, вот это, видимо, отсылки на ютуберов, я их не знаю. К сожалению. Это сосед так бежит, да? А, теперь сосед из первой части, да? Да, подушка-пердушка взрывает сигарету, да? Ну, вот такая вот анимация, где он так прыгает. Есть же из второй части. И анимация бегая тоже есть во второй части. Ну, вот это вот могли уже бы сделать. Ну, хотя ладно, автор тут все равно постарался, он комнату переделал. Не очень, конечно, качественно выглядит, особенно вот тут шезлонг из Никса вообще стоит. Вот это показать нормально. Нормально, так скажем. 98%. Ну ладно. Хотя тут кажется, что 48, на самом деле 98. Так, что тут дальше? У телеэкрана. О, тут тоже переделки новые, я смотрю. Нифига себе. Ну, автор. Автору респект за старание, конечно. Что-то он тут понаделал. Даже стены перекрасил, смотрите. Вот стены довольно качественно перекрасил, кстати. Очень даже красиво, мне нравится. Стены перекрашенные. Прям очень качественно сделаны. Так, стоп. Давайте туалетную бумагу сюда. Мыло взять нельзя. Ладно. Уровень, я смотрю, не изменился. Просто... А, сосед теперь из первой части. Просто поменялись локации и все остальное. Кухня теперь такая вот зеленая. Причем так кажется, что она стала больше размером. Но на самом деле не так. Это такая иллюзия типа получается, можно сказать даже. Так, ну давайте теперь антенну ему выкрутим. Шрифт, конечно, так себе. На любителя. Наверное. Да, вот здесь, к сожалению, не получилось, видимо, стену не перекрасить. Почему сосед бежит быстрее? Давайте еще раз покрутим антенну, нам это ничего не даст, конечно. Но почему бы и нет? Да, ну с креслом, конечно, беда. Это как Вуди возвращается, наверное, переделано просто. Сосед празднует свое 52-летие. Ну, хоть что-то добавили сюда, блин. 52 года ему, значит. А, да, 52-летие. 52-й день рождения Ротвейлера. Ротвейлер в... С ошибками, конечно, ну ладно. Опять кухня изменилась, только вот здесь что-то корявость появилась. What the fuck? В смысле? Куда я должен был деться? О, что, весь дом прям доступен сразу же? Ну, кроме вот этой комнаты, походу.
беги быстрее. Ух, как я так успел, а? А где же он свечи-то берет? Интересно, зачем он... А, еще и портал. Ну да, вот здесь, конечно, коряво сделано. Только не говорит, что тут портал есть. А, портал в натуре. Он попал из этой двери сразу в эту, а из этой двери вот сюда. Что за бред какой-то вообще? Так, в подвал можно спуститься? Нельзя? Блин, что делать здесь? Так только не говори, что он сейчас опять вот здесь пойдет. Да. Что-то... Сделано странно очень. Вон напихали, короче, всякого этого. В подвал нельзя спуститься. Ну, а третий этаж, судя по всему, можно. Ну-ка. Наверх. Нет, вернись. Короче, какая-то странная система вообще. Сосед пользуется каким-то секретным вообще проходом, я не знаю. Что за секретный ход такой, я не знаю. Твою ж налево, вот откуда я знал, что он выйдет здесь. Какая запутанная система, а? Беги, беги, блин. Как так можно успеть? Так, а это портрет же, да? Типа портрет. Так, ну сюда нельзя зайти, к сожалению. Нет, я не успею, беги давай. Да, блин, заново все теперь делать, да? Реально офигенный ультимейт микс, конечно. Очень жду, когда соседа Neighbors from Hell ремастер этот Social Media Life Production. У них ремастер, который они сделали, он довольно неплохой. Правда, немного не доделал. Нет, точнее там демка, чё бы она была доделана. Просто там багов немного. Так, нажимаем именно на глаз. И тогда он сюда зайдет каким-то способом. Ну и все, наверное, все пакости мы сделали. Забавно, кстати, что все моды используют улицу, вот это вот, а не кирпич.
а не кирпичные вот эти стены. Ну, может, оно и правильно. Это же лучше, чем кирпичные стены. Все с этим согласятся. Кирпичные стены кому нужны? Это кто? Нарисован. На Вуди похож с одним. Так, на 100%. На 100% это не нравится. Точка 0.0% был какой-то. Так, уже второй сезон открылся. Вот интересно, он изменился или нет? Ну, давайте посмотрим. Сначала первые. Из первого сезона посмотрим уровни, а уже потом перейдем к следующему. О, а он что, не изменился, что ли? Сейчас проверим, короче. Я так понимаю, этот уровень не изменился совершенно. Ну, кроме музыки, конечно. Кто сделал этот мод, я не знаю. Не Рустем сделал. Кто-то другой сделал, не знаю кто. Но кто бы это ни был, респект за, хоть и небольшое, но все-таки старание. Кто бы это ни был. Я так понимаю, уровень этот не изменен. Ладно, давайте следующий посмотрим, вдруг что-нибудь изменилось еще. А, изменилось. Я так понимаю, что кроме комнат только не поменялось еще. Кроме комнат, скорее всего, ничего не изменилось. Так, тебе здесь есть телефон, но его не видно. Невидимый. Такой телефон типа ищи пикселями. Курсор наводи на все, лишь бы где-то где-нибудь предмет оказался нужен. Да. Куда идешь? Так, ну и осталось только позвонить соседу по телефону. Так, пусть сосед выкинет мяч сначала. Да, и не бежит с боли в ногах. Столько мяч пнул этот. На каком он языке говорит, я не понимаю, что. Да, пол алмазный, стены алмазные, все алмазное, я просто пиваю. Ну ладно, 97% это не так уж и плохо. Это хорошо. Не 100%, ну и пофигу. Так, а чё, банный день? Банный день не изменился, я надеюсь.
Мне кажется, второй сезон не изменился. Банный день изменился. И теперь на третьем этаже находится подвал. Но войти, мне кажется, но попасть в него нельзя, наверное. Или тут опять у нас портал сейчас пойдет. С секретными проходами в дверях. Ну, надеюсь, нет. Не знаю, в чем секрет этих дверей, которыми... Как сосед заходил в эту дверь и попадал сюда. И либо сюда. Это как вообще можно реализовать, я не знаю. Так, иди наверх. Так, у нас все предметы для пакости есть? Нет, не все. Так, ну тут должен быть столик, но его почему-то нет. Здесь немножко криво двери стоят. Ну, в принципе, не страшно. Так, пустая бутылка. И осталось... Давайте наполним ее. Кроме пакости, тут уже... Ой, кроме этого... Локации уровня не изменили. Прикольно, что автор не забыл... Так как ночь, не забыл окно, соответствующее лицо, в отличие от Social Media Production, которые на уровнях, кроме второго уровня, забыли нарисовать. Нет, стой, не надо. Да, туда нельзя попасть, к сожалению, и сюда тоже. Потому что дверь закрыта, на нее не... На нее даже посмотреть нельзя. А, нет, можно, может быть, но... Просто не пускают никак. Да, сосед купается в алмазном раю, каком-то... Который не доделан, к сожалению. Так, теперь ждем. Здесь есть полотенце, которое не видно вообще. Можно прямо уже его нарисовать. Сосед его сразу же не увидит. А это что, порошок, что ли, какой-то такой, типа такой... Да, ящичек. Так себе выглядит. Ну, неплохо. Головка кривая, конечно, совсем. В принципе. Нет, стоп, не надо ее пока использовать. Я просто помню, как 100% пройти можно. А, еще я забыл. Разрисовать портрет. Так, давайте еще. Все испортил сосед. Так, давайте кладем бумагу быстро-быстро.
пока он охреневает от клея в альбоме. Бирюзовые стены выглядят довольно неплохо. Интерьер. Так сказать, богатенько и даже как-то выглядит. Мне нравится. По-старомодному как-то сделано. Так, ну и давайте посмотрим еще уровни. Изменились ли они? Я что-то сомневаюсь. Нет, изменились. Только тут какая-то хрень уже, я смотрю, происходит. Давайте-ка в шкаф спрячемся, если я его найду сейчас, конечно. И попробуем еще вот так вот поелозить. Можно что-то нарисовать. Давайте нарисуем. Нет, я Максимадзе не смогу нарисовать здесь. Вот здесь можно нарисовать. А, теперь, ну-ка, попробуем. Блин, что с дверями происходит? Ну-ка. Знак вопроса не получается нарисовать, потому что не получается точку сделать. Я хотел бы вопросик поставить и написать «What the fuck?» Что это такое? Не, ну, вот я не знаю, как вот такое вот можно сделать. Ну, можно нарисовать, зато вот вообще красоту, наполнить экран курсором. Это выглядит довольно круто. Очень круто, вообще просто дорого круто. Как будто куча зрителей вот так вот смотрят, наполняются и, блин. Ну, блин, как-то это... Вот здесь, вот это вот, на самом-то деле, вот это вот не первый этаж, это второй этаж. А это не второй этаж, это третий. Блин, в общем, ребята, я вот даже не играть не буду. Тут все то же самое, просто изменились текстурки и выглядит как-то они не очень. Они, к слову, очень некрасивые на этом уровне. Посмотрим на счет этого уровня. Ну, насколько я понял, тут ничего не поменялось, кроме локации. Кроме того, что нарисовали локации. Ладно, давайте не буду дальше приходить, просто посмотрим, что они тут еще намутили. Что здесь? Жалко, я на третий сезон не попаду. А, тут вообще ничего не изменилось. А как насчет этого уровня? А вот тут поменялось. Тут есть отсылочки на... Тут манкей есть. Это не знаю на кого, это не знаю, это тоже не знаю, это не знаю. На меня, к сожалению, отсылки нет. Вот эту отсылку мы с вами видели уже. Вот эту тоже видели, кстати. И эту. Да. Ну, тут, я смотрю, тоже. Просто взяли, перерисовали. Блин, жалко, я не смогу посмотреть. А может и смогу. Ладно, давайте, так сказать, да. Давайте не будем третий сезон смотреть, мы посмотрим по-другому. Давайте выйдем отсюда из игры. Давайте выйдем из игры. И надеюсь, запись не остановится. И зайдем в дата. Как с дата? Ну-ка. Посмотрим, где тут комнаты. Посмотрим, как выглядит. Как выглядит тот уровень, который вы с вами видели. Ну-ка, это у нас что за уровень? Пошаримся в файлах и реально посмотрим, как тут что нарисовано. А, это неизмененный уровень. Это неизмененный уровень, я понял. Так, это последний. Давайте посмотрим последний. Нет, это не последний, это один из первых, походу. Ну, здесь нету дверей, они как спрайтовые, по сути, получаются. Это у нас какой? Наверное, мы с вами его видели уже. Это из второго сезона. Блин, тут фиг поймешь, что.
Так, это из третьего сезона. Нифига тут не изменилось. Это уровень мастер-ломастер. Так, а здесь что? Этот уровень мы с вами уже играли. Ну тут фиг пойми, какой вообще уровень, к чему относится. Этот первый уровень, мы его с вами видели. Это мы с вами тоже видели. Этим нас уже не удивишь. А как насчет этого? Этот последний уровень, что мы с вами видели. Как насчет этого? Этот уровень не изменился. Это яблочный пирог. Этот уровень. Это уровень про физкульт-привет. Тоже не изменился. Это ночь охоты. Не изменился. А это про стирку. Единственное, что изменилось, это вот тут что-то перерисовано. Можно тут, короче, понафигарить, что-то нарисовать комнаты, и уровень будет соответствующе изменен. Может быть, не знаю, может быть, как-нибудь сделаю видео, как свой мод сделать такой небольшой. Я свой мод не создавал никогда, но немного ковырялся здесь. Разбираюсь, как это делать. Немного, что-то смыслю в этом деле. Короче говоря, я убедился, что третий сезон абсолютно не изменился. И нечем нас больше удивить. Ладно, ссылка на этот мод будет в описании, если кому-то, конечно, интересно. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписусы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал. Ну, правда, не знаю, когда там следующее видео выйдет. И на группу ВКонтакте тоже. Всем пока.